Одинцовскую молодежь в возрасте от 12 до 17 лет приглашают пройти профессиональное ориентационное обучение по программе «Железная дорога. Дорога будущего». В рамках образовательного процесса предусмотрен как полный 4-годичный курс, так и сокращенный, рассчитанный на ребят старших классов. Первые 2 года посвящены общему курсу железнодорожного транспорта, еще 2 – профильным дисциплинам. Занятия проводятся очно и дистанционно.